Проникновение банд, формирование, дестабилизация ситуации и разгул наркопреступности. По такому сценарию, по мнению экспертного сообщества Кыргызстана, может развиваться ситуация в республике после вывода из Афганистана войск НАТО. Ослабление контроля над положением дел в этой стране позволит радикальным силам начать новую кампанию по расширению сферы своего влияния. Причем это касается не только экстремистски настроенных военизированных группировок, но и наркоторговли. Высока вероятность роста поставок незаконных веществ через Центральную Азию дальше в Россию и Европу. Аналитики говорят, что превентивные меры безопасности необходимо предпринять уже сейчас. На их взгляд, одна из важных задач – создание аналитических служб, которые могли бы прогнозировать критические ситуации задолго до их возникновения. Не менее острая проблема соседней республики – оперативное реагирование. Для этого необходимо укрепить государственные рубежи Кыргызстана, ужесточить контроль над ситуацией в приграничных зонах и создать эффективные военные формирования для принятия быстрых и эффективных мер по ликвидации незаконных вооруженных бандформирований. Если мы сразу в течение буквально ближайших часов, даже уже речь идет даже не о сутках, а о часах, не отреагируем на появление таких вот групп из-за рубежа, которые зашли к нам, то потом мы будем их отслеживать только по вот череде каких-то террористических актов, атак и так далее.